Накануне 12 мая был Международный день медицинской сестры. Основал профессию Петр I. Он подписал указ о назначении монахинь в госпитале, после чего женщины добровольно вступали в ряды сестер милосердия. Однако императрица Екатерина II указ отменила, и только врач Михаил Пальцев в 1860 году попросил власти создать штаб медсестер в помощь хирургам. Через несколько лет эта профессия появилась в каждом военном госпитале, а позже во всех больницах и поликлиниках. Свою жизнь этой благородной профессии посвятила и Замира Богатырева. Алла Динаева подробнее. 40 лет Замира Богатырева работает медицинской сестрой. То, что я свою жизнь посвящу медицине, стало ясно давно. Еще будучи ребенком, свои первые шаги я сделала в больнице, рассказывает Замира Азриталиевна. В детстве мама мне все время рассказывала, когда мне было годик, папа попал в аварию. И она меня взяла с собой в больницу. А брат с бабушкой уехали в Красный Октябрь. И вот я там научилась ходить. И по палатам, говорит, я ходила, со всеми знакомилась. Вот это было, видимо, предначертано, чтобы мне стать медиком. В 80-м году школу закончила, и у меня проблем не было, куда идти, потому что у меня и сестра, и брат уже учились там, в училище. Раньше училище было. И я поступила, отучилась 2 года. Замира Богатырева сразу после окончания медицинского колледжа, тогда училища, в 1983 году начала работать в травматологическом отделении больницы в Карачаевске. И с тех пор она верна выбранной профессии и медицинскому учреждению. Первые свои трудовые смены сейчас вспоминает с улыбкой. Меня сразу приняли в травматологию старшей медсестрой. Ну, это, наверное, было мне как-то легче, бумажная работа. И один день у нас медсестра Зоя Хусеевна, сейчас она старшей работает, она говорит: «Замирочка, сколько раз будешь бегать? Давай, возьми шприц и делай мне укол». Я говорю: «Зоя, я боюсь». «Не бойся». И она набрала мне шприц, и я сделала венный укол. «Не боюсь теперь». 40 лет проработала. Сколько венах, сколько капельниц, я уже не помню, не перечесть. У нас очень дружный и профессиональный коллектив, говорит Замира Богатырева. Коллектив мой я вообще не смогу описать никакими словами. Я без этого коллектива не смогу, потому что они все очень грамотные, умные, трудолюбивые, очень отзывчивые девочки все. Медицинская сестра – профессия для чутких, смелых, гуманных, милосердных людей. Очень страшные больные были. Я когда боялась, я врачу инструмент вот так подавала, не смотря туда. А было тогда желание, вот когда становилось вот так страшно, хотелось уйти с работы? Ой, ни разу не было у меня такого, чтобы уйти не было. Я почему-то не думала об этом, потому что я люблю свою профессию. По стопам матери пошла и дочь Джамиля. Я ей говорила: «Джамиля, не надо в медицину». Она говорит: «Мама, нет, я тоже пойду, но я, говорит, буду доктором». И она пошла в институт, отучилась. Ординатуру прошла в Москве, в Склифосовском. Сейчас она работает там, в Москве, кардиологом. А сын военный, контрактник. Труд медсестры – это борьба за здоровье человека. И нет на земле профессии, более необходимой людям, несущей социальную благородную миссию помогать пациенту справиться с недугом и обрести надежду и силы вернуться в обычную жизнь. Алла Динаева, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия.